Привет, ребята! Мы снова выбрались в лес. Я, Миша и бабушка. Пойдемте вместе с нами поищем грибочки. Всем привет! Бабушка, как дела у тебя? Ну-ка. О, у бабушки такой подберезовичек уже. Красота, бабушка, молодец. А мы пока нет, идем искать. Пойдемте. Вглубь. А мы сейчас здесь пройдемся, хотим. Мы вглубь там были, нету. Там вон в том лесу машина стоит. Да. Ну, а сейчас выходные, видишь, сейчас грибники будут. Суббота, воскресенье. Погода такая холодная сегодня, прохладно. Ну, обещаю, дня через три бабье лето. И плыню. Да, и возможно, грибочки пойдут. Пойдемте искать. Походим здесь, нет, так за маслятками съездим, поищем. Пойдемте. О, ребят, наш первый грибок. Посмотрим, что за грибок. Наш первый. Ух ты, белый гриб. Белый, по-моему. Корень у него глубокий туда идет. Это белый, ребят, смотрите. Белый гриб, немножко подъеденный, видать, улиточкой, но я думаю, он будет чистый. Ночи все-таки холодные. А так беленький, видишь, Мишань? Ага, красивый. Видишь, надо внимательно искать в елочках, на просветах. Видишь, здесь небольшой просвет, он и вышел. О, какой здесь подберезовичек стоит, посмотрите. Ну-ка глянем. Надеюсь, что чистый по такому холоду. Вон какой. Такой интересный, ну глянем. В принципе, чистый. Бабушка такой заберет 100 пудов. Но я нет. Ребят, смотрите, какие бледные поганки. Я чуть не обознался, чуть не сорвал вместо сыроежки. Только у меня сразу сомнение пошло, откуда их здесь много. Смотрите, одна, вторая, третья, он там прячется. Они видны вот в таких вот спорах. Они ведь бледные поганки бывают вот таким цветом, бывают белым цветом. И вот она похожа на сыроежку, смотрите, под нее подстраивается. Вот так подумайте, что это сыроежка, допустим, один грибок. Сорвете его, бросите в корзинку. И все. И достаточно вот этого одного грибка, чтобы сварить общие потом грибы общие и отравиться. И как говорят те, кто травился бледными поганками, говорят, что на вкус они нормальные грибы, вы даже не почувствуете ничего плохого. И вы еще не почувствуете от них в первый же день. Вернее, в первый день, может, почувствуете, какой-то живот немножко поболит и пройдет. Потом дня три можете ничего не чувствовать, но после будет разлагаться и печень, и, короче, там все, внутренними органами может наступить капец. Поэтому вот этим она опасна, бледная поганка. Сомневаетесь, ребята, внимательно, не торопитесь, не берите. А так я вам говорю, я думал, уже рукой схватить хотел, но мне засомневало, то, что их много. И вот это вот беленькие пятнышки. А мне там все не бывало. Мне каточки, видишь, есть? Точки, да. И вот эти тоже мне засомневало. Но я первую вот эту вот увидел. Вот она тут прячется такая, голубенькая. Не голубенькая, зелененькая. Я засомневал. Ну, а сыроежки такие бывают, понимаешь? Ну да, я имею в виду, просто засомневал, но то, что... Сомневал. Ну да, то, что это не бледная поганка, а сыроежка. Вот, хочешь, вот. Бери и все, и ешь. Ну, вот я тебе говорю, бывают даже опытные грибники, помещают ее в корзинку и пошли дальше. Не заметишь, немножко не глядишь. Поэтому осторожнее, ребят. Ребят, послушайте птиц. Прям как весной. Всякие разные, да, Миш? И здесь а же Миша нашел, по-моему, масленок. Такой красивый под елочкой. Самый настоящий. Самый настоящий. Один такой одиночный. Ой, самый настоящий масленок. Вот без всяких яких. Без всяких яких. Масленочек. Красавчик. Пойдемте посмотрим здесь. Угу. Сейчас мы здесь смотрим белые грибы. Надеемся, что кто-нибудь нам улыбнется. Поглядим, походим. Здесь такой лес вообще классный, дремучий такой. Ребят, смотрите, какой спрятался, сразу его не увидишь. А он здесь под травкой стоит. Вон он где спрятался. О, какой, смотри, Миш, осенний. Ага. Такой толстенький. Нет, по-моему, под березой все-таки. Интересный. Ну да, это под березой. Возьмешь? Ага. Есть подосиновки без ножки. Белоножковый. А это почти как белоножковый. Ну, такой, да, светленький, красивый. Прямо уже на выходе, смотрите,
Вот такой стоит с краешку. Молоденький. Красивый, под березой. Вообще, Миш, молоденький. Молоденький красавчик. Вот это подберезовичек. Держи, Миш. Угу. Здесь еще какой-то грибок, не пойму. Только тоже подберезовик. Говорит, подберезовик. А я говорю, нет, не подберезовик. Вот посмотри, пап. Точно, Миш, это не подберезовик. Ты молодец, ты у меня уже грибник. Посадим обратно. Так. Ты у меня уже грибник. Вот такие рвы бывают, тоже в них грибы. Пойдёшься, бывает. Один был под берёзой. Один был, видишь. Здесь, помнишь, тут ещё маслята были? Здесь были такие маслята одно время. Но они здесь позже, когда уже похолодает. Вон такой мухомор зато стоит. Красивый, красный такой. Особо грибочков здесь нет. Поедем теперь, едем в другое место. Посмотрим там. Пробежимся сейчас по этому сосничку. Посмотрим, что здесь. Смотрите, какой здесь камень лежит. Какой-то камень, видать, еще, наверное, древний, наверное, здесь вообще. У него такие прямо ямки вот здесь. Уже, наверное, лежит миллион лет. Вот такой камень тяжеленный. Может, вообще, Миш, какой-нибудь метеорит? Может. Кстати, один раз метеорит видел в музее. Ну, поменьше это, вот такой продолговатый. Он похож был, кстати, вот такой, на такой же камень. И в нем были еще такие, как бы, промежутки железа. А так вот такой же самый, чем-то похож. Смотрите, посмотри, Миш, здесь даже какой-то, как будто клык какой-то, какого-то животного окаменевший, смотри. О, ага. Видишь? Ничего, может, правда, что древнее? Может, и вот здесь что-то было, как будто какая-то интересная, такой камень красивый. Смотри на него, внимательно рассмотри его. Давайте перевернем еще. Опа! Получается тяжело, потому что очень сильно. И вот тут какие-то дырочки. Ага, вообще интересный каменяк. Вон, смотрите, какой. Прикольно. И он только один. Больше мы здесь ни разу не встречал камней. Только один такой здоровенный лежит. Поскольку я ходил по этому лесу раньше, когда не видел, а этот лежит откуда-то здесь. Вот и пожалуйста, какие нас здесь встречают. Опаньки. И у меня папа и у тебя, о, молоденький. В тот раз мы перебрали. Красавцы такие были, молоденькие все. И у тебя? Ага, у меня тоже. О, у тебя еще моложе, вообще красавчик. Во. Хороший. Чистый. Чистенький. Убирай. А здесь, смотри, какие тоже грибницы. Ну, такие ведьмины круги, но не ахти. Не такие идеальные. Вон там, по-моему, еще я вижу маслята. Ага. Да, но эти уже переросшие вроде. Ну, да. Это большие. Вот здесь надо поискать в этом месте. Но не везде, ребят, маслята. Надо походить еще. Но где попад... Ребят, далека его увидел. Говорю, Миша, масленок. А говорю, нет, это рыжик. Это рыжик, ага. Ой, какой. Стоит, поджидает красавчик. Красивый. Вот он. Свеженький, Миш. Класс, хорошенький. Супер. Держи, класс. Твоя. Ты их любишь, этих рыжиков. Класс. Фотка. Фотка, Миша, с рыжиком. Опа, есть фотка. Давай смотреть внимательно еще. Убирай, рыжик, убирай. Смотри здесь еще внимательно. Видишь, здесь даже негаданно. Бац, рыжик. Бабушка, мы рыжик нашли. Красивый такой, поэтому, Миш, внимательней смотри. Угу. Я вообще думаю, может дождевиков набрать. Вот, на где они? А вот они попадаются, их много попадается, кстати. И угу. Хороших, чистых. Я их не брал уже 100 лет. Сто а лет. Из них готовят, пап. Из них просто чистишь, жаришь. Ну, какие-то они рыхлые. Нет, такие мне не нравятся. Не будем. Их просто жаришь, чистишь, жаришь на сковородке. И все, и ешь. Как будто какая-то курица. Вкусные. Так. Вот так нежданно-негаданно, бац, рыжик попадется, бац, попадется. О, грибница опять, белый грибов. Попадаются, бабушка, маленьку? Сейчас походим, здесь же ходи и ходи, если не устала, походим. Пойдемте к бабушке, посмотрим, что у нее там. Ты не устала, бабушка, все нормально? Там, может, походи туда, маленько, по краю. Ну-ка. О, у тебя уже сколько? У нас и то меньше, зато какой рыжик у нас. Какой он тут реж? Сейчас отрежемся. Сейчас отрежемся. Папа, я красивый нашел. Их тут много. Много? О, я вижу, смотри. К тебе иду и по пути нашел. Ага. Смотри. Глянки маленькие. Нет, черви у меня. А у тебя красивые. Во какие, ребят, смотрите у них. Смотри. Во мху. Ну так вот отложим. Это надо подрезать. Маленькие бери. Старайся поменьше брать. Вот такие. Вот, Миша, у тебя вот эти идеальные. Ну это тоже чисто вроде. Вижу, чисто. Бери, бери. Вот, ты бери тот, а этот, ладно? Давай. О, баш, смотри какие. Вот эти вот наши. Во, бомзой. О. Их отдельно такие в банку.
В баночку, да. О, бабушка сделает баночку. Ты его хочешь? Засолишь, да, бабушка? Ну да. Это плохой. Понимательный в мамху, здесь надо искать, видишь? Как-то нет, попадаются такие. Смотри, пап, с юбочкой. С юбочкой. Ну, это с юбочкой, но нормально. Да. Когда машет, а не с юбочкой, это нормально. Это нормальность. Кто-то проходил, вот валяется. Может, и мы ходили в тот раз. А может, и люди... Что, мы не одни же на белом свете. Здесь вот такое сломанное дерево. И здесь, смотрите. А клеща нет? Клеща нет, бабушка. Клещи сейчас, какие сейчас клещи. Вот это, я так думаю, не очень будет. Вот это, возможно, будет хорошие. О, вот это хорошие будут. Вон там большие стоят, пойдемте глянем. Вот еще один. Я еще тут вижу, папа, как твое место. О, давай их. Вот это, по-моему, уже переросший. Большие иногда хорошие, а иногда нет. Бывают вот такие плюшки, бывают, попадаются, берешь, он прямо крепкий. Нехороший. Ну, вот этот, смотрите, более-менее большой, но не очень. Вот этот можно посмотреть. Вот. Глянем вот так. Подломаем маленько все-таки. О, этот чистый, заберем. Это хороший. Много можно собирать здесь, только ходить надо внимательно, не торопиться. А здесь вот еще один. Молоденький. Красивый. Ага, молоденький. Молоденький рыжик, хороший. Хороший. Подержишь меня? Ага. Пойдем искать? Пойдем. Здесь вот было больше грибов все-таки. Угу. У нас бабушка пошла по краю, а мы решили, говорю, здесь походить еще в глубину, зайти далеко вот здесь походить. Детские поляны встречаются. И видишь, мне сколько здесь на полянах? Вон масленок, вот масленок. Ну да. Это надо смотреть, проверять. Вот здесь поляны такие солнечные. Здесь, возможно, будет больше грибов. Такой здесь ведьминый круг, посмотрите, прямо вокруг дерева. Вон идет. Но здесь такой густой. Так много прямо этих грибочков. Вот так вот они корневую систему окутали. Вот такой полянки Мишани нашел. Под березочек. Ага. О, какой молоденький. Березочек, самый настоящий. Белоножка, как ты говоришь. Да, белоножка. Смотрите, вот белый-белый белоснежный. О, дождь пошел. Ребят, дождик пошел. Погода, сегодня дождь лил. Я уже думал, не поедем никуда, а тут перестал, думаю, съездим. Пойдемте еще пройдем здесь. Миш, внимательно смотри. Здесь могут быть подберезочки. Молоденькие. Миша еще один нашел. Такой красивый. Очень красивый подберезочек. Тихонько. Сейчас вот так сниму. Черный прям такой. Какой красивый. Посмотрите, это уже не с белой ножкой, а с такой. Типичной подберезковской. Ну, черный, да? Да, самый настоящий подберезок. Самый настоящий. Я имею в виду настоящим видом. Настоящим красивым видом. Угу. Пойдемте посмотрим, что у нас бабушка здесь нашла. Ну-ка, бабушка, покажи, что у нас. О, какие. Да, держи. Подберезы. Подними. Там прошла, ничего нет. Ну, полведерка набрала. А сюда зашла. Вот тут еще поглядеть. Можно посмотреть, здесь были подберезочки. Да, у вас мало. Были. А то у меня тут. Давай. Нам? Ну давай нам. У нас самые чистые зато. Вот такой молоденький. Молоденький. Масленочек. Вот такой красавчик. Красавчик. Вот такие маслятки мне нравятся. Здесь мох и прямо во мху. Миш, срывай вон тот. А я вот здесь вот этот хочу красивенький сорвать. Вот этот. Вот эти вот они шикарные маслята. Видите, даже переживать нечем, они чистые, сразу видно. Вот такой, как беленький, да, Миш? Угу. У тебя хороший? Я чистый. Тоже убирай. Видишь, даже большие чистые. Ну, вот это, конечно, уже будет, не будет чистый. Так видно. О, вон еще масленок. Видите, вот здесь, понимаете, посмотри. Вот этот мох. Здесь полянку надо посмотреть. Вот такие здесь попадаются. Маслята большие, уже переросшие. Папа, у меня ведьминый круг. Красивые? Да. Ровненькие, что ли? Очень ровненькие. Ну, давай посмотрим. Много ведьминых кругов попадается, но ровных. Смотри. Из беленьких. Да, а у тебя здесь такой хороший ведьминый круг. Ребят, смотрите. Из беленьких поганых. Вон, видите, как он идет? Во. Как бы лучше показать. О, а там маслята вроде. Маслята, если... Посмотри, да, а там маслята.
Ведьминый круг, Мишань, твой. Ага. Твоя находка. Это маслятки. Смотри, красивые. Вот, это хорошенькие. А это червивый, да? Червивый. А тот глянь. Ну, этот вроде чистый будет. Ну-ка, обломи, посмотри маленько. Ну-ка. Чистый, забирай. Да, чистый. Это хороший. Ну, ведьминый круг ты нашел, да. Прикольный, вот он. Заходи в него, загадывай желание. Так, про себя. Загадывай желание, и твое желание сбудется. Лесной дух тебе его исполнит. Нагадал? Ага. Пойдем? И теперь я загадаю. Давай. В этом кругу. Вот он, ребят, смотрите. Прямо стою в кругу. Пойдем, Миша. Пойдем. А вот такие, когда я нахожу, я прям уверен, что они сто пудов будут чистые и хорошие. Смотрите. У меня даже ножка сразу чувствуется крепкой. О! Мне такие маслята, Миша, нравятся. Прямо еще свеженький, смотрите, он только вот открывается. Только открывается этот вот. Свежак. Красавчик вообще. Красиво. Смотрите, ребят, в сосновом лесу сыроежка. О, Миша говорит, настоящую сыроежку нашел. Сейчас глянем. Да, Миша, это настоящая сыроежка. Это уже никакая не бледная поганка. Ну да. Чистенькая, хорошая сыроежечка. Никакой юбочки здесь нету. Так что... Балет мы от этой сыроежки танцевать не будем. Забираем. И идем дальше. Вот еще какой красавчик попался. Сразу видно, что хороший. Ага. Вон, видно. Когда они хорошие, чистые, они видно прямо. Вот эта шляпка у них темная. А когда он уже начинает такой светлый становиться, бледненькая, значит понятно, что он уже все плохой, съеденный. А этот хороший. Всегда мне нравилось в природе. Вот такие капельки дождя на цветах. Вот это, по-моему, люпин у нас. И посмотрите, как он скатывается. Прям нажимаешь, и эти капельки не задержат. Вот если взять так вот, и все, и люпин получается сухой. Видите, как в природе прикольно сделано. И вся влага попадает под корни. Вот по такой же технологии, я слышал, немцы делали какой-то крем для обуви. Обувь намазал, и у тебя получается сухая. Но здесь еще не так сильно держатся капли, как вот бывает на капусте. На капусте, видишь, видел, Миша, как держатся капли? Ну да. Там вообще прям скатываются они, прям вообще не держатся ни грамма. Ну что, ребят, хватит на сегодня. Пол корзинки грибов набрали. Пойдем к бабушке, а то она на нас там около машины ходит. Поедем домой. Все, хватит, маленький. Поедем, Миша? Ну да. Все, всем пока, до скорых встреч. Пока, друзья.